Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем готовить простой и быстрый приготовление десерт под названием трайфлы. Он состоит из шоколадного бисквита, клубничной прослойки с легким сливочным кремом. Основой данного десерта будет являться шоколадный бисквит, который мы с вами выпекали в прошлом видео. А теперь приступим к приготовлению ягодной начинки. Для этого берем сахарную пудру и смешиваем ее с кукурузным крахмалом. Все тщательно перемешиваем. И отправляем в кастрюлю с толстым дном. Туда же высыпаем замороженные ягоды. Кастрюлю ставим на медленный огонь и при постоянном помешивании доводим массу до кипения. Как только появились первые пузырьки и наша масса закипела, перебиваем ее блендером. Затем снова отправляем ее на плиту и кипятим примерно 1 минуту. Не забываем при этом постоянно помешивать. Наша ягодная начинка готова. Отправляем ее остужаться до полного остывания. Для сборки трайфлов мне понадобится прозрачные стаканчики. А также бисквит, который я порезала на маленькие кубики. Для отсадки крема нам нужна будет насадка. Крем я буду готовить из сливок, жирность которых должна быть не меньше 33%. Сливки буду добавлять в сахарную пудру, а прослойку буду использовать остывшую ягодную начинку. В высокую миску вливаем охлажденные сливки. Туда же добавляем 2 ложки сахарной пудры и немножко ванилина. Взбивать сливки начинаем с маленьких оборотов, постепенно их увеличивая. Но будьте аккуратны, так как их очень легко можно перевзбить. Крем должен загустеть и хорошо держать форму.
перекладываем его в кондитерский мешок. Теперь можно приступать к сборке десерта. На дно стакана выдавливаем небольшое количество сливок. Поверх сливок добавляем ягодную прослойку. И все это накрываем бисквитом. Далее слои повторяем в такой же очередности. Сверху отсаживаем красивую шапочку из взбитых сливок и украшаем на свое усмотрение. У меня это печенье и ягода. Десерт получается легким, воздушным и имеет насыщенный ягодный вкус. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду рада видеть ваши комментарии. До скорых встреч!